Следующий инструмент тоже, который я в группе ВКонтакте размещала на стене, это вот такая вот штука. Кто-то продавал, как раз-таки я писала, что как подушка, тайская деревянная подушка, на самом деле тайская деревянная подушка, у нее другая форма. Кто ездил на ретрит, они знают, что она такая вот немножко как скошенная, более такая длинная. А это тренажер, который помогает самостоятельно снимать боль. То есть если у вас нет возможности пойти на массаж, то самый массаж, конечно, можно делать, но спину не достанешь, очень тяжело, то вот этот вот брусочек, он помогает как раз-таки сделать самомассаж. То есть вот спина и шея вот так вот, и к позвоночнику вниз проходит. Вы ложите вот эту штучку, на нее сверху ложитесь и расслабляетесь максимально. А также его можно делать вот по лопатке, как бы вот показать так, чтобы было видно. Вот такая позиция, такая позиция, такая позиция. То есть этот край вы ставите на основание лопатки, там, где вот лопатка начинается как раз ко второй, до середины лопатки, и вот так вот по краю, по кругу. Можно выше, можно ниже. И также, прошу прощения, сейчас я вот отойду. Так, видно? Видно. Можно поставить, чтобы заставить тягивать став, можно поставить так, выше, ниже. То есть разные позиции, уже сами по комфорту смотрите. Ну и таз. Вот. Сюда, сюда. Я когда собирала коробки, у нас да, вот, недавно был переезд, у меня очень сильно защемило седалищный нерв. Я полежала на вот этом вот брусочке в течение 10 минут, шло защемление нерва, даже без бальзама. То есть там, что расслабило, что стало на место, и все, меня отпустило, мне перестало сильно болеть. Вот, это что вот касается по брусочкам. Грыжи поясницы. С грыжами на самом деле надо быть очень осторожно. И если использовать этот брусок... Так, скажите, пожалуйста, грыжи поясницы, вопрос про что конкретно приемлемо? Вы спрашиваете про этот брусочек, про токсин или про что-то другое? Уточните, пожалуйста, чтобы я уже более точно могла сказать. Потому что на самом деле даже если у вас уже есть грыжа, это... сразу идти делать операцию. У меня свекр сделал операцию, и ему не помогло. И если до операции он как у него были периоды, когда он чувствовал себя хорошо, то после операции палочкой. Он ходит с палочкой, бури не ушли. Если вы спрашивали про грыжи, про брусочек, брусочек грыжи, если у вас есть грыжи, вы кладете не на ровную поверхность, а на какой-то массажный матрас или какой-то вот мягкой поверхность, чтобы он прогнулся под вашим телом, чтобы не было сильного давления.